Раз, два, три. Прием, прием, проверка. Короче, здравствуйте, дорогие друзья. Мы остановились в прошлый раз здесь. Всем приятного просмотра. Ставьте чаечек, кофеечек. Приятного просмотра. Не забывайте про репосты, про лайки и приглашать друзей. А мы продолжаем отсюда и уже до финала пробегать эго-гей. Тут будет трэшевый момент. Страйдер, сука. Ну валим, чё, куда-сюда? Ёпарасете, Страйдер. Не помню, кстати. О, о, ребят. Чё-то вы как-то... жестко. Что там в туалете затих? Давайте меня фоткать, ублюдок. Так, подожди, а куда? Куда дальше-то? Ага, вот он страйк. Воу-воу-воу. Подожди. Твою мать. С одной стороны, он, конечно, нам задачу-то упростил. Да ладно. Да ты сломаешься, нет? А чё там, не один будет страйдер или сколько? По-моему, надо перепрыгивать в эту область, да? Или тут нычка просто? Нет? Не, видимо, сюда. Ой, блин. Быстро стынет. Доктор Фримен, там черт знает, что творится. Рядом с цитадели на офисе страйдеров. Мы сможем от них отбиться, если найдем местечко повыше. Повыше? К небу, мы уже что почти подстрелили цитадели, док. Я не знаю, как черт возьмем и преодолеем его. Но до сюда ты дошел. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Да. До лошади. До лошади? Да какой, блядь, лошади? Это что, блядь? Этот, что ли? Обливион? До лошади. Конопатый убил девушку лопатой. Так, подожди, а куда она? Сюды? Нифига себе, это страйдер? Воу! А ты куда? Бляха-муха, ребятки. Мати его, плохого. Куда отсюда? Так, подожди. Оп. А где еще? О, ребятки. Да, блядь, стреляй, еблосос! Воу. А, так вот до какой лошадки, тогда понятно. Так бы и сказали. Так, подожди, отвали, мужик. Крыска нам куда сегодня. Ну ладно, не крыска. Да сколько на них. Вау. Да ёпрасоте. Прыгай, прыгай вниз. Быстрей. Та-тара-та-та-тара-та-та-тара.
Воу, это что было? Ну, это явно не я сделал. Мужики, такого жеста вы не оценили. Так. Сюда, сюда, сюда. Делайте, что хотите, мужики, мне как-то, знаете, поровну. А, вот. Ну ладно. Куда? Так, подожди, а куда дальше-то? Вдалеке страйдер, это понятно. Да. Серьезно, мне отсюда со страйдером сражаться, блядь? А чё вокруг него крутится, алё? Чё за подстава? Ты чё, скрипт или что? Страйдер так все выносит, кибеля. Что мне это не очень-то нравится, но не цифры, да. Твою мать. Так. Подожди. Нахер. Да. Еще один. Подожди, а где там страйдер? Еще один, я что-то не пойму. Наверху или где? Где он? А, понятно, у нас тут еще не страйдер, а поджопника ему дали этому. Да я ж до этого как-то не мог вроде стрелял, нет? Ну когда там сложится? Да бля... Куда дальше-то? А как я доберусь до вашей лошади? Подожди, сюда что ли или куда? А куда нам валить? А, подожди. Да отвалите, алло. Да лошадь, ты, блядь. А куда нам? Дальше-то. О! Через площадь, снося стены. Я думаю, он и читает. Похоже, он вбил свою голову, что она в цитадели. Алекс поди не хотел, чтобы он еще куда-то встрял. Но его же хрен остановишь. Ну? Эй, пес, не туда! Там не пройдешь! Ничего себе! Я думаю, он хочет, чтобы ты прошел, Гордон. Поторопись. Окей. Если
доктора Брина! Передай ему! Малыш шел нахрен! Да. Это уже значит скоро конец, да? Да. Интересные повороты получаются. Сюжета. Так. О. Так, сюда. И, по-моему, нам сюда. Подожди. Сюда, да? Да? Так, подожди, не сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Ага. Так, видимо, да. Так, подожди, а дальше куда? Сюда, что ли? Да ну нафиг. Ё-моё. Так. Ага, прожигает, значит, эта хрень. Значит, нам в ту степь. Погнали, чё? Сюда так сюда. Но это уже ближе к концу. Это 100%. Это ближе к концу. Это уже 100%. Раз у нас уже покровителя. Значит, это уже ближе к финалу. Вот. Ну, в принципе, неплохо. У нас еще останется эпизод первый и эпизод второй Half Life. Еще дополнение к первой части я буду проходить. Там, по-моему, это Blue Shift и Opposing Force. Но они не про Гордона, но все же. О, здорово, брата, пацаны. Так. О, вот и страйдеров они делают, да? Страйдеры. Враги. Там уже вверх поднимаемся, да? Комбайны опять, походу. Эти летающие херни, походу. Поезда с этими людьми. Долгое начало, однако, я скажу, по факту.
Это сейчас у нас, по-моему, все оружие отнимут, по-моему. И будет улучшенная грави-пушка, по-моему. Тревога. Обнаружено нелегальное оружие. Конфискационное поле включено. Жалко. Даже ломик забрали. Обнаружено устройство контрезонансной сингулярности. Боль конфискационного поля. Тревога. Обнаружено нелегальное устройство контрезонансной. Вообще весело подошлился. Итак, это вы, доктор Фримен. Я бы сказал, что это приятный сюрприз, но это не сюрприз, и, согласитесь, не слишком приятный. Что ж, я довольно прагматичен. Прагматичен. Но мне насрать, что ты там прагматичен. Грави-пушка — это веселушка. По-любому. Грави пушка веселушка. Текс. Что ж, доктор Фримен, мне приятна мысль о том, что в других обстоятельствах мы могли бы сотрудничать. О! Ну и где еще? Это все? Нет, это не все. Это не все. А с какой стороны вы идти будете, алло, народ? И куда дальше? Сюда? Да. Я был прав. Опа. Нежданчик, да, ребятки? А куда дальше-то? Опа. Ну ладно. Можно и так. Это сейчас момент с лифтом будет или с чем? А дальше-то что делать-то? А, лифт, да. Я был прав. Это лифт? Или нет? Уходим. Уходим, ребят. Уходим. Если я не попал.
получилось так до хера. Да ёб твою. Лифт приехал, твою мать. Я думал, это... Поехали, чё. Пока, лошадка. А где ещё? Ох, как медленно лифт будет ехать. Ёпарасуте. Да. Пока. Надо так сохраниться секунду. За Фрименом. Так. Тупали. Мысли, блядь. Чё, сюда что ли надо? Или туда? Нет? Оу! А вот это была непруха. Подожди. Скажите, доктор Фримен, если сможете, вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Все? Нам сюда топать или куда? Сваливаем нафиг. Что нам тут? А я могу. Я заложил основы для выживания человечества. И не только человечества в узком смысле, но и чего-то большего, чем можно представить. Чего-то такого, что только сейчас... Ты уворачивайся, пёс. Да ну нахуй. Да в смысле? Да блядь. Один хоть страйдер был или как? Смотри, Гордон. Смотри, от чего ты отказываешься? Не знаю, что чего стоит. Потому что надо ему задницу надрать, это факт. Так, а теперь куда? В какую сторону? Тут одна сторона остается или нет? Подожди. Походу, что да. Здорово. И пока. Мы поехали. Снова.
Так, сколько там у нас уже наиграно? Всего нормально. Может, успеем до финала. Не, ну вообще, как бы тут до финала совсем чуть-чуть осталось. По-моему. Ага. Это сейчас нас в другую область, да, переправят? Естественно. Главному злодею. Сто процентов. Ну да. О, таких тварей не было, кстати, какие-то новые. Ох, красота какая. Сити 17. Карусельки. Эти. Какого? Качели. Ого. И все, сейчас все замедлится. Охо-хо, красота-то какая. Это же хайф-лайф. Так нечестно. Вот же зараза. Я заберу его. Не сопротивляйся, бесполезно. Ты ничего не сделаешь, пока не окажешься, где он хочет. Простите, Гордон. Ага. Сучка такая. Тоже не выразишь словами. Геноцид — неописуемое зло. Боже ты мой. Так-так, это же Гордон Фримен. Что это? Положи сюда. Весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Контроль над вами обоими гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки Альянса. Доктор Грин, Уоллес. Да, Джудит, что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сам. Не в наших силах, лишь одно. Убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Меж тем, Илай отказывается сказать слова, которые спасли бы их. Спасти? Ради чего? Илай, если ты не желаешь встать на путь разума ради всех людей, то, может быть, ради одного из них? Алекс, милая. Папа! Гордон? Нет. Черт тебя побери, Брин, отпусти ее! Тебе решать, мой любезный друг. Позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид, или дашь дочери шанс, которого не было у матери? Не смей даже упоминать о ней. Алекс, дорогая, у тебя глаза матери, но характер упрямый, как у отца. Ты еще с ним даже не сталкивался.
Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин, в худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее. Но оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно. Согласен, это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь, готовность быть послушной пешкой в руках хозяев. Ну как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдет на сделку с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю их, и мы сможем поговорить открыто. Не вырывайся. Пап, прости. Алекс, милая. Джудит, что же ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Да. Охрана, сюда! Они знают, что ты их предала. Они отомстят! Джудит, доктор Мосман, прости, пожалуйста! Вас. Твое время вышло. Нет. Быстрее! Папа, держись! Дура! Осторожно, он Нет. хочет... Вот он, ублюдок. Так, он убегает. Нет времени, Алекс. Он на пути к порталу. Тебе это пригодится. Доктор Мосман, Джудит, присмотри за отцом. Не волнуйся. Папа, я не прощаюсь. Ни за что. Давай, Гордон, пошли. Молодец. Нам надо спешить, Гордон. У них прям отношения. Гордон, мы друг друга мало знаем, но ты не обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца, а ты... Ну что ж, спасибо, что пришел за мной. Так. Эй, послушай. Вот он. Валим, валим. Черт, только не это! И что нам делать? Алекс, быстрей! Гравипушка. Да он, кажется, и понятия не имеет. Интересно, куда это он? Да давай уже. О, господи. Это реактор темного синтеза. Да. Он питает устройство квантовой телепортации. Другой возможности не будет. Мы должны остановить доктора Брина. Я в курсе, давай. Давай, остановим его, ну. Я не могу его выключить. Похоже, он передал управление на ту сторону. Тебе придется проникнуть внутрь и сделать все, что можно. Я в курсе, давай. Быстрее в лифт, я тебя впущу. Давай. Не забудь зарядить костюм. Окей, погнали. Покажи им, Гордон. Но будь осторожен. Окей. Сколько там? Нормально. Может, успеем за 50 минут, может быть. Так. Погнали. Ну. Доктор Фримен, я бы не советовал вам там оставаться. В момент синапса, как только я телепортируюсь, эта камера наполнится смертельно опасными частицами, название которых еще не придумано наукой. Быть может, я назову их в вашу честь, если найду время. Это спасет вас от полного забвения. Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко. Наконец-то. Другой вселенной, если быть точным.
Вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными и даже некоторыми невозможными способами. Что за черт? О нет, головай. Откуда они взялись? Вот так. Признаться, не знаю, на что вы еще можете рассчитывать помимо своих. Да, по-моему, нам пусть прокладывает. Не слушай его, Гордон. Да, ну. Давай, прокладывай сразу пусть. Я же говорил вам. Он блефует, Гордон. Не слушай его. Воу. А дальше-то куда? Так. Дальше пошел. Так, подожди, а дальше куда? Вверх, что ли? Нет. Здорово! О нет, Брин начал подниматься! Задействовано... Быстрее, Гордон, пока он не сбежал! А я что делаю? Подожди. Вперед! Да, подожди, вперед, да, вперед, а дальше куда? Подожди. А! Стоп! Сюда, серьезно? Или нет? Подожди. Так. Ага, сюда попробуем, да? Погнали. Я бы назвал это бессмысленным, доктор Фримен. Так, а дальше-то куда? Да я-то иду. А дальше-то куда? Вы все еще здесь, доктор Фримен? Это ненадолго, я полагаю. Блять. Ваше безграничное упорство достойно лучшей цели. О, Господи, портал открывается. Подожди, а как нам его, блядь, сломать, этот портал? Надеюсь, вы со всеми попрощались. Ебать, ты серьезно? Блять, возьми ты этот шарик. Да ёб твою мать, блять. А дальше чё? Ну давай же, доломай. Особое внимание. Блять. Регулярность 30 секунд. Особое внимание. До сингулярности 15 секунд. Особое внимание. До сингулярности 10 секунд. Ну? А дальше чё? Ты просто не понимаешь последствий. Ты можешь уничтожить всю цитадель. Подумай о том, что будет с людьми внизу. Нет! Я нужен вам! Да! Получилось! Давай, Гордон, мы должны выбраться отсюда. Может быть, у нас все еще есть... Время, доктор Фриман. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. С
собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычна. Чем обманывать вас иллюзией выбора, я сам возьму на себя эту привилегию, если когда ваше время придет пять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю. Ага. Пока, мужик. Ну вот. В принципе, вот... Такая игра, ребятки, сейчас я подойду. Вот. Мы прошли, получается, Half-Life 2 уже, да. Такс. Сейчас я, ребятки, подождите. Да, титры, наверное, будут долгие. Хотя не знаю. Вот. Ну, в принципе, всем спасибо за... Ну, кстати, эта музыка, по-моему, играла в этом, в первом Half-Life в титрах. Вот. Уже закончится титры на этом. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вот, в принципе, всем спасибо за внимание. Мы прошли Half-Life. Ждите прохождения в Half-Life эпизод 1. Надеюсь, вам понравилось. Вот. Ламар! Моя чертовка! Куда она делась? Ну да. Вот, а всем до новых встреч. С вами был Казуков Family. Всем удачки. Всем пока-пока.